Здравствуйте! Сегодня мы открываем цикл программ «Неформат». Начиная еще с первых печатных, да и непечатных книг, царем, государством устанавливалась четкая цензура. Что можно писать, а что нельзя? Естественно, цензура коснулась и кино, когда то появилось. Ведь стало ясно, что кино – это мощнейшее воздействие на умы человеческие. Это и пропаганда, и воспитание, и отражение действительности. Поэтому для режиссеров четко были обозначены границы – что можно показывать, что нельзя и как это можно показывать. Естественно, границы устанавливались с учетом курса политики государства. Но всегда были люди, которые не могли вписаться в эти границы и создавали свой, как бы мы сегодня сказали, неформатный продукт. Другое дело, что пока этот продукт дойдет до зрителя, могло пройти много лет. С другой стороны, были всегда режиссеры, которые и в рамках цензуры могли создать шедевр, донести до зрителя и высказать свою точку зрения на происходящее. Сегодня все границы стерты цензуры. Снимай, что хочешь, делай, что хочешь, пиши, что хочешь. Результаты мы с вами видим уже лет 20. И на экранах, и в книгах, во всех областях искусства. Так вот, о чем я с вами хотела поговорить. Что сегодня формат? А что не формат? Вот кто его устанавливает? Не мы ли с вами? Мы же ведь сами можем решать, что показывать своим детям, что смотреть самим. Нам дан выбор. И вот давайте поговорим о том, что мы знаем об этом выборе. Я буду в эту студию приглашать тех людей, которые сегодня трудятся на поприще искусства, кто снимает фильмы, мультфильмы, пишет картины, книги, музыку. Как они находят путь к своему зрителю? Мы поговорим о том, как им тяжело пробиться порой к широкому зрителю. Почему они не могут свое искусство донести до нас? И почему многие из них слышат отказ в свой адрес со словами «Вы не формат». Сегодня у нас в студии Вадим Цаликов, кинорежиссер. Здравствуйте, Вадим. Здравствуйте. Лично вам отказывали когда-нибудь в показе ваших фильмов, объясняя этот отказ тем, что фильм не формат? Вы знаете, у меня были такие ситуации, и я не скажу, что это было часто, но мне с этим приходилось сталкиваться, и я знаю очень много своих коллег, которые также могут рассказать, что когда они предлагали свои фильмы тому или иному каналу, им всегда был такой вежливый отказ. У вас очень хороший фильм, очень интересный, но, понимаете, это не формат нашего канала. Это такая довольно-таки стандартная формулировка, которую любят использовать у нас. А вот как вы думаете, что имеют в виду под словом «не формат»? Понимаете, я вообще это слово очень не люблю, если честно сказать. Вот в моем понимании, что такое формат? Есть понятие документальное кино, есть понятие хорошее документальное кино. А формат – это, скажем так, наверное, часть каких-то устоявшихся правил на наших телеканалах. И зачастую, в общем-то, получается так, что у нас некоторые телевизионные редакции считают, что вот они занимаются настоящим документальным кино. Да? В их понимании в это документальное кино входит реконструкции, говорящие головы. Значит, и вот это как бы считается это вот настоящее документальное форматное кино. Мы так не считаем, потому что, на мой взгляд, все-таки документальное кино, прежде всего, это авторское кино. Это кино эмоциональное, которое затрагивает какие-то определенные струны человеческой души, если так можно сказать, да? Вот. А то, что, в общем-то, по большому счету мы смотрим сейчас, это вот такой, я бы сказал, телеконвейер. Вот он однообразный, он достаточно однотипный, повторяющийся, поэтому, наверное, вот это и есть понятие такого формата, да, телевизионного. Вадим, а вам не кажется, что документальное кино, вот в том смысле, о котором мы с вами говорим, вообще не формат сегодня? Ведь потеряно целое поколение зрителей, которые могут смотреть эти фильмы. Наверное, это есть в этом доля правды, потому что, понимаете, вот не хочется как-то жаловаться на то, что не то время, да, не те условия. Но если вспомнить даже вот наше недалекое прошлое, да, когда в кинотеатрах перед фильмами
игровыми показывали документальное кино, и зачастую это были не только тележурналы, я просто помню, да, а были очень хорошие и очень интересные фильмы. И были даже в Москве и кинотеатры документального кино. А сейчас получается, что это, в общем-то, не нужно почему-то стало, да. Хотя, я должен сказать, что вот я несколько лет тому назад был на кинофестивале в Амстердаме, я был удивлен, что на документальные показы очередь выстраивалась с 10 часов утра и до поздней ночи. То есть люди шли смотреть документальное кино. Значит, есть такая потребность, значит, есть такое желание. И я думаю, что сейчас, если бы у нас были вот такие киноплощадки в Москве, да, или был бы хотя бы один кинотеатр документального кино, я думаю, что там бы был свой зритель, зритель, которому интересно это смотреть. С вашим творчеством я познакомилась, посмотрев вот трилогию о трагедии в Беслане. Честно говоря, мне было очень тяжело смотреть, но я один фильм посмотрела, второй. Потом у меня уже возникла даже такая мысль, ну зачем так много фильмов, да? Ну нет сил уже, правда, душа разрывается. Вот, Вадим, скажите, вы выбрали такую тему, но почему три фильма? И они не маленькие, не по 26 минут. Ну, понимаете, это в общем-то, трилогия. И когда я начинал, заканчивал первый фильм, я вообще для себя сказал, что я больше на эту тему фильмы снимать не буду, потому что это очень тяжело. Вот это очень тяжело эмоционально. Но как-то так получалось, что, погружаясь в эту тему, тему очень непростую, тему больную очень, появлялись какие-то новые герои, да, появлялись какие-то истории, о которых хотелось рассказать. И вот таким образом появились и два остальных фильма. Фильм много увидело людей? Много, и мне приятно то, что этот фильм смотрели школьники. Это неправда, что молодежь не может смотреть сегодня документальное кино? А этим оправдываются многие. Нет, я думаю, что это как раз-таки беда не молодежи, а беда нас, взрослых, и беда тех, кто занимается телевидением, что мы считаем, что нашей молодежи нужны только развлекательные передачи, только развлекательные программы, что на самом деле нет. Ну вот спасибо, что есть в Москве центр «Русское зарубежье», где мы можем показывать свои документальные фильмы. Сейчас есть еще одна площадка, это кинотеатр художественный на Арбате. Вот. Но по большому счету это все вот такие небольшие точки. А хочется, конечно, чтобы как можно больше было зрителей, как можно больше молодежи смотрели наше кино. Еще одна тема ваших фильмов, тоже не очень форматная, особенно сегодня. Патриотизм. Воспитание патриотизма. Даже не воспитание патриотизма, а вообще вот о патриотизме. То есть это эмиграция. Вот скажите, вот у вас есть фильм, и целой жизни стоит. О первой волне эмиграции. И даже не о первой волне, а... Ну, там судьба такая очень интересная. Да, то есть внуки эмигрантов, вынужденных эмигрантов, героиня этого фильма, она даже наполовину русская, да? Наполовину она никогда не была в России. Она родилась, выросла в Бельгии. Но самое удивительное, что в свои 75 лет она начала изучать русский язык самостоятельно. И действительно делает такие большие успехи. Я посмотрел, я был удивлен, потому что человек, мало того, что он говорит, она начала писать. И вот, пожалуй, что было как бы самое интересное, что она все-таки захотела побывать на родине своего отца. И сделала все возможное для того, чтобы там оказаться. Давайте посмотрим отрывок из этого фильма. Thank you.
так большой. Ай, съела. Нет, видеть, не трогать. Али, on va voir. Voilà. Ça va piquer, ça c'est du verre. А теперь вот это здание, вот видите, а тут еще, видите, вот какая-то лепнина стоит. Вот это вот по документам говорят, что это дом корейцев. Вот он, да. Mais moi, ce que je souhaite, c'est que vous puissiez vivre votre vie vous-même, quoi. C'est d'être, de pas vous tromper comme moi. De pas faire ça. Pas se tromper, pas faire, se faire d'illusions, pas, d'être soi-même. Et d'être fier d'être soi. Je pense que c'est ça qui est important. Hein, il faut pas, dire, bon, moi je veux être belge, quoi, quand on l'est pas. C'est ça. Je crois que c'est ça. C'est ça que je souhaite. C'est de vraiment être soi. Il faut toute une vie, hein, pour être soi. Главный вывод, который вот я для себя делаю после просмотра этого фильма. И целой жизни стоит, чтобы быть русским или чтобы побывать в России. Ну, я думаю, что здесь не надо различать как-то эти понятия. Это одно, это все одно целое. Вот. Для Натальи, моей героини, это, этот смысл, он общий такой. Это и быть, и побывать в том числе. Вот. Вообще, я хочу сказать, что вот это очень удивительная семья, потому что, вы знаете по фильму, да, вот маме ей 75 лет, а матери ей вообще 104 года. И, ну, понимаете, что человек, когда он находится в таком возрасте, с ним как-то очень тяжело беседовать на эти темы, но, тем не менее, вот 104-летняя Мари сохранила любовь о своем муже. И ведь она тоже воспринимала Россию только по его рассказам. Она никогда там не была, она голландка, она всю жизнь прожила в Европе. Но она говорит, что я с большим удовольствием всегда отмечала все русские праздники. Я пекла куличи, я делала пасхи. И это все для того, чтобы вот дать такую, как бы, наверное, дать долг уважения родине моего мужа, понимаете? Поэтому это, конечно, очень... Я, вы знаете, я не люблю очень такие высокие слова «патриотизм», да. Вот здесь он, патриотизм, может быть, такой неявный, да, если можно так сказать. Но за вот этими рассказами понимаешь, что действительно людям это очень дорого, очень ценно. И для них главное то, что вот их связывает с Россией таким образом. Мне так кажется, что вот эти фильмы должны просто идти, я не знаю, с утра до ночи на наших центральных каналах, я не знаю, где, в кинотеатрах, потому что сегодня молодежь, ну, действительно, вообще, ну, не ценит Россию. Ну, мы не будем, конечно, о всей говорить молодежи, но престижно уехать... Ну, просто по большому счету, понимаете, для молодежи сейчас получилось так, что наше телевидение, оно не дает альтернативы. Начиная с кинотеатров, где в большинстве своем, да, процентов 80 идет американское кино, на телевидении мы тоже, в общем-то... То есть у нас дети воспитаны на боевиках, у нас дети воспитаны на чужой мультипанимации, и поэтому, когда спрашиваешь, да, вот, что вы смотрели там из российского кино, они не могут ничего и назвать-то, собственно говоря, потому что, опять-таки, нет возможности где-то это увидеть, кроме как, может быть, на фестивалях и там, ну, купить диск с этим фильмом этого магазина. Я вообще думаю, что, наверное, пора делать то, что, я считаю, правильно делают французы, потому что они вводят определенные квоты для американского кино, чтобы поднять свою кинематографию, чтобы можно было показывать свои фильмы. Я думаю, что это настало время, в общем-то, и для нашей кинематографии это сделать. Да, и вот что интересно. Хорошо, первая волна эмиграции. Вспомним свою историю, мы гордимся своими корнями, да, но вы показываете современную эмиграцию, вот что ценно.
вы хотите рассказать той же молодежи, правильно, как живется сегодня иммигрантам, которые уже добровольные, можно Безусловно. Но это, может быть, я бы не стал бы сравнивать так напрямую с первой волной, да, там все-таки разные причины и разные следствия, можно так сказать. Но дело в том, что я никогда бы не снял фильм о так называемых новых русских, которые уезжают туда просто отдыхать, да, или вот, ну, просто хочется такой спокойной, красивой жизни, есть деньги, есть возможности для этого. У меня герои как раз-таки абсолютно, можем так сказать, обычные художники, у которых не всегда все хорошо с деньгами, да, но тем не менее они пытаются не просто творить, что-то создавать, но они пытаются как-то и сделать такую маленькую Россию. Вот в том месте, где они проживают, они устраивают русские выставки, и у них уже появились свои любители. Вот я помню, я сам отлично помню этот момент, когда была выставка, что французы и бельгийцы, которые там живут, они очень активно вот интересовались именно таким русским искусством. Значит, вот это их заслуга в том, что они пытаются как-то знакомить местное население с этим. Мы сейчас посмотрим на этих героев, потому что у нас на очереди еще один отрывок из вашего фильма, который называется «Афлонский роман». Все равно, как бы ты где бы ни жил, вот я честно скажу, где бы ты ни жил, одиночество, оно присутствует здесь. Это вечно. Это да, хоть ни интернет, ни скайп не спасает этого. Я каждый день звоню маме. Я ей звоню утром, в обед и вечером. И Саша иногда говорит, если Егор не уснет, если он не позвонит маме. Ну, есть такое. Это вечно. Это не мы придумали, да? Я никогда не буду французом. Я не смогу иметь друга француза такого, который завтра скажет: знаешь, давай я тебе вот что сделать для тебя. В России у меня это есть, в Осетии есть, везде есть. Я всегда буду осетином. Русский, осетин. Из Советского Союза. Все мои друзья, они там. Для меня это наши корни. Я всем всегда здесь, с самого первого дня, говорила: я горжусь, что я русская. И я счастлива, что я родилась не здесь. Я не хочу опустить людей здесь, жителей Европы. Нет. Я просто хочу сказать, что русский человек, он настолько сильный духом. У него, ну, это все-таки что-то иное. Вот что объединяет и первую волну иммиграции, как бы иммигрантов сегодняшних для меня. Это патриотизм. Посмотрите, вот эти слова героев в конце фильма, да, что я продолжаю быть русским, и Россия, Осетия, моя родина. Это не связано с тем, что вот им было так тяжело и так плохо в России, что они все бросили и уехали во Францию. Нет, тут вот личные такие моменты, и, кстати сказать, они меня просили об этом фильме не говорить, поэтому я начинаю фильм уже с такой данности, что вот они живут здесь, не рассказывая предысторию, почему это произошло. Ну, я считаю, что молодежь, которая тратит, не знаю, полжизни на мечту уехать за границу. Вот хорошо бы сначала бы посмотреть вот такие фильмы. Ну, я могу сказать, я видел, кстати, вот тех людей, которые оказываются там, и вот по моему, наверное, наблюдению, есть ощущение, что все равно, да, как бы ни была хороша жизнь, как бы она ни была спокойна, благоустроена, они все равно чувствуют себя немножко чужими. Вадим, ну вот вы чувствуете, что ваши фильмы, ну, действительно, ну, не в формате сегодняшнего дня. Ну, это я буду, наверное, рассчитывать как комплимент, может быть, даже. Да. Я просто делаю то, что мне интересно, и то, что мне хочется сказать. А понятие формат, не формат, ну, это вот, наверное, можно оставить критикам или нашему телевидению, опять-таки. Угу. Хорошо, что есть такая возможность, что я на сегодняшний день снимаю о том, что мне дорого, о том, что меня беспокоит, то, что меня волнует. Я с вами договаривалась когда о нашей встрече,
Мы с вами давно уже об этом договаривались. Вы мне часто говорили, у меня показ там, за границей. Вот мне интересно, за границей, как вы привозите туда фильмы? Как, кто собирает зрителя? И там довольно-таки много зрителей. Кто это? Русские. Это иностранцы. И значит, для них наше документальное кино – это формат? Ну, понимаете как, я честно скажу, что обычно, когда происходят такие показы, вот самый, наверное, яркий пример, когда мы были сейчас в Вашингтоне с Сергеем Зайцевым, половина зала – это, опять-таки, люди, которые наши, люди, которые живут там, да, и для них это возможность просто увидеть, пообщаться хотя бы через экран, пообщаться с Россией, что-то для себя открыть, что-то вспомнить. А вторая половина – это действительно, скажем так, местное население, которое тоже интересуется Россией. И поэтому получается, наверное, так где-то аудитория 50 на 50. Но что вот ценно отметить, что нет людей равнодушных и нет людей, которым неинтересно. Я помню, мы показывали в Вашингтоне 5 дней фильмы, зал был практически полон всегда, и не было людей, которые вставали и уходили. И самое интересное, что ну, там была такая ситуация, когда, по-моему, 2 фильма у нас были без английских субтитров. Тем не менее, никто из американцев не встал и не вышел из зала. То есть они оставались, они смотрели, им было интересно. Понимаете? Вот удивительно. Да. Поэтому нам должно быть даже стыдно, что мы не смотрим такие фильмы. Да, наверное, да. Но сегодня у нас есть возможность их увидеть. Пожалуйста, киноклубы. Кинофестивали, киноклубы, которые кинофестивали. Все бесплатно. Да, приходите. Да. Как еще вот, вы своего зрителя находите? Опять-таки, вот, возвращаясь к тому, что я думаю, что необходимо, чтобы в школах завучи, директора, да, учебных заведений, чтобы они как-то приглашали нас, потому что мы всегда открыты, мы всегда готовы для такого диалога. Главное, чтобы было желание. Вадим. Какой ценный совет вы получили в своей жизни и хотели бы поделиться со своим зрителем? Не знаю, тут как-то не хочется давать какие-то советы особенно, да, но я думаю, что главное заниматься тем, что тебе интересно, заниматься тем, что тебе нравится, несмотря на то, как бы это сложно ни было и с какими бы трудностями не приходилось сталкиваться. Потому что, опять-таки, возвращаясь к документальному кино, вот по большому счету, сейчас мы работаем, наверное, не благодаря, а вопреки сложившейся ситуации. Но мы понимаем, что для кого-то наши фильмы ценны, они нужны, и поэтому есть стимул для того, чтобы продолжать снимать, продолжать что-то делать. На встречах, на показах фильмов вам задают много вопросов зрители. А какой бы вопрос вы задали бы своему зрителю? Вот как-то сложно сказать. Я бы, наверное, не задавал вопрос. Я всегда, когда я вот встречаюсь с молодежной аудиторией, у меня всегда одно пожелание. Я всегда говорю ребята, старайтесь быть неравнодушными. Потому что, наверное, самое страшное, это когда человек... Не страшно, когда человек там, знаете, как иногда говорят, вот там человек предатель. Это понятно, это тут черное и белое. А когда человек равнодушный, когда его абсолютно не интересует, что происходит вокруг, что происходит с его страной, с его близкими, с его друзьями, вот это, наверное, и является самое страшное. И мы в большинстве своих фильмов как раз-таки пытаемся учить этих ребят быть неравнодушными. Наверное, так. Мне хочется, чтобы вы сами увидели фильмы Вадима Целикова и сделали свой вывод, в каком они формате. Ведь сегодня... Что такое формат и что такое не формат, мы, к счастью, не знаю, или к несчастью, должны выбирать сами для себя. В каком формате мы видим этот мир? В каком формате показываем его своим детям? Все зависит от нас. Ищите достойное кино, а мы будем помогать вам в этом. А в рамках нашей программы я прощаюсь с вами, но жду ваши вопросы, вопросы Вадиму Целикову, ваши отзывы на данную тему на нашем форуме. Давайте общаться и до новых встреч!